экс-президента Грузии Михаила Саакашвили насильно перевели из тюрьмы Рустави в больницу. Он отчаянно сопротивлялся конвою, в связи с чем его пришлось тащить на руках. На кадрах видно, что уже в палате экс-президент начинает кричать и кидаться медицинскими приборами. Ранее Минюст страны заявил, что Саакашвили оскорбил персонал клиники и повредил медоборудование. Бывший президент утверждает, что поступил так, когда увидел, что ему собираются сделать какой-то укол. Саакашвили добавил, что в тюремной больнице его избили после госпитализации. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.